Привет всем, меня зовут Татьяна Андреева. В этом выпуске я покажу вам легкий способ изготовления удобной магнитной панели для записей на холодильник с календариком. Накануне Дня всех влюбленных мне захотелось придать ей немного романтичности. Приступим. Из красного картона вырежем прямоугольную основу с сердечком сверху. Такая заготовка нам нужна. Из белой бумаги вырежем два маленьких овала, срежем их сверху. Нарисуем глазки. Приклеим их к сердечку. Дорисуем глаза и ресницы черной ручкой. Еще нарисуем брови, улыбку и мелкие акценты. Из розовой бумаги сделаем овальный носик и румянец в форме сердечек и приклеим их к панели. Теперь нужно прорезать два отверстия для скрепок тут, за которые будут держаться записные листочки. С обратной стороны записной панели нужно приклеить магнит. Я использую такой магнит на холодильник из шоколадки. Все, основа панели готова. Добавим календарь. Его можно написать от руки, либо напечатать на принтере, если есть такая возможность. Полученные листочки календаря нужно соединить в книжечку, где верхним месяцем будет февраль, а самым последним декабрь. Приклеиваем календарь к панели. Помещаем полученную красоту на холодильник, пользуемся с удовольствием. Хорошего вам настроения, благодарю за просмотр, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новых выпусков. Всем пока!